Тетя Лиза! Тетя Лиза! Тетя Лиза! Что это? Дракон. Что ты с ним будешь делать? В домино играть. Но подставьте что-нибудь. Ну, тетя Лиза! На. Красавчик. Ух ты, всех ты лучше. Ну, извини, дракон, работа. Фу, и вечно что-нибудь притащит. Редакция? Ну? Рассказик? С приключениями детской и веселой. Не смогу, не успею написать. Я улетаю на север. Улетаю на север. Когда? Завтра улетаю. Ах, сегодня? Ну, позвольте, за один день написать рассказ. Это же невозможно. Кто-кто? А, ну хорошо. Ну хорошо, подумаю. Мы поедем, мы помчимся на олене утром ранним и отчаянно вольемся прямо в снежную зарю. Роль писателя Мамонтова исполняет артист Анатолий Адоскин. Мальчика с самокатом будет играть Андрюша Федоров, а роль его сестры Лиды исполнит Марина Иванова. Боря Козубович сыграет роль Миши Коробкина. Еще в фильме будут участвовать Андрюша Роговой, его братья-близнецы Витя и Вова, а также Гера Лейманс. Артисты Сергей Мартинсон, Ирина Мурзаева и Александра Зимина. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, я... Не поглядывай! Одиннадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать семь. Я иду искать совсем. Пора, не пора, открываю глаза. Лида! Лида! Шершей! Чего тебе? Лиду позови! Кто это? Кто это зовет? Коробкин твой. Опять уходишь? Тебе мама что сказала? Следить за мной, чтобы я ничего не натворил. Ну какая? Подожди, я сейчас. Опаздываем! Да никуда я не иду, давай, жмурись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только не подсматривай.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду на целый месяц. Не подглядывай. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду на целый месяц. Раз, два, три, четыре, пять, я уже иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду искать совсем. Кто за мной стоит, тот в огне горит. Кто не спрятался, я не виноват. Последняя курица жмурится. Вечно ты копаешься. Ну, мама мне сказала за Женькой следить, чтобы он ничего не натворил. Ясненько. Опять обманули. Домой. Кушать пора. Куклу не забывай. Пошли, пошли. А тебе сидеть. Сядь, сиди спокойно, никого не трогай. Смотри у меня. Ух ты, ну и морда, а? Эй, ты! Ты хороший! Я-то? Да, да. Вышла утро, все неваки наболтованные. Не похожий, я немножко не похожий.
Не отвлекайся. Павлины! Да чего ж ты, Шершиль, неорганизованный человек. Нам дело поручили, а у тебя то Женька, то дельфины. Не дельфины, а павлины. Миш, ну послушай, а вдруг он опять уехал в путешествие? Мы же не знаем. Не мешай речь учить. Уважаемый Сергей Васильевич. Смотри, Женька. Он такой же, как и ты, неорганизованный. Это факт. Уважаемый Сергей Васильевич. Ага. Вот они. Обманщики. Что тебе важнее, караулить брата или выполнять пионерское поручение? Выполнять. Кажется, здесь. Постой, я из-за твоего Женьки все перезабыл. Я Колоса, дом 40, квартира 4. Пошли. Прямо в снежную зарю. Погоди, уважаемый товарищ Мамонтов. Мы пионеры? Главный, ты молчи. Ладно. Иду. Тася, смотри, я пойду сюда. Что ему остается делать? Ему остается объявить тебя мат в два хода. Ну. А куда же я теперь пойду? А теперь ты пойдешь за молоком. Пожалуйста, не забудь на прилавке крышку от бетона. Ну, Тася. Уважаемый, познавательные книжки. Здравствуйте, уважаемый товарищ Мамонтов. А я вовсе не Мамонтов. Как? А мы думали, что вы это вы. Честное слово, не я. Спросите у Таисы Петровны. Нельзя пылесосить тогда, когда я уеду отсюда. Но ведь ты же собираешься на север.
смотри у меня, Шершилина. Ты, главное, не вмешивайся и помалкивай. А то опять все перепутаешь. Ладно. Извините. Вам что надо? Этот, как его? Сергей Васильевич! Мамонтов! Он здесь живет? Ну, здесь, проходите. Ну, заходите. Садитесь вон там. А я сейчас позову. Ты, Мишка. Смотри, смотри. Не ухай и не таращь глаза. Я, Мамонтов, а это бабочки из Южной Америки. Уважаемый товарищ Мамонтов, мы, пионеры и школьники, любим читать ваши познавательные книжки, которые воспитывают... Ребятки, простите, я там должен записать кое-что, чтобы не забыть. Пойдемте со мной. Пойдемте. Пошли. Ну, это с севера, это из Африки, это вот Гималаи. Ты понимаешь, если сразу на бумагу не запишешь, то может из головы вылететь. На балкон, пошли, ребят. Пошли, сейчас я вам покажу кое-что поинтереснее. Вот сюда, смотри. Вот он. Ой, какой симпатичный. А кто это? Это дракон. Дракон? Ага. А что вы с ним делаете? В домино играем. А кто выиграет? Выигрывает, вы хотите сказать, да. Тетя Лиза. Ребятки, у меня работа, я сейчас. Не трогайте, дети, ничего не трогайте. Как пришла к знаменитому писателю, погубила всех его животных
и перебила все в доме. А террариум не разбивался. А дракон? Где дракон? Придется из-за тебя идти на птичий рынок. Может, драконы там продаются. 25. А вот вы где! Тебя тут только не хватало. А ну, шуруй отсюда! Бессовестный, быстро иди домой. Я все маме расскажу, что через балкон вылез и про бинокль. Очень-то вы мне надо. А то, что вы ищете, я и сам найду. Жених и невеста. Ясненько. Дядя! Дядь! Дядя! Дядь! А что у вас в молоке? Половина 11-го, молодой человек. То есть ровно 10:30. Молодой человек. Нет, нет! Я хотел вас спросить, а кто у вас в банке? Бидончики? Молоко. Молоко? А в молоке? Эй, ты! Спорим! А, на бинокль! Чего? Хе, испугался, испугался! А ты мне что? Вот, смотри, лассо! Фи, веревка! Сам ты веревка! Опа! Ты что, боишься? Кто, я? Ты, давай! Ты жди меня здесь! Черчу, докуда побежать? Ты! Так в тапочках и ходил? В тапочках? Зато какой ход конем я придумал. А крышка где? Как? Разве была крышка? Конечно. Могло быть и хуже. Ты мог понести крышку и забыть бетон. Ну, Тася. Ах. Сереженька, что ты принес в бетоне? Что оно такое? Сейчас посмотрим. Ого! Ты что? Что? А что? Хочешь, чтобы оно цапнуло тебя за нос? Тасенька, честное слово, понятия не имею, как оно туда попало и что оно такое.
Давай еще раз, а? Ну, последний. Пожалуйста, хоть 100 килограмм. Наше лассо, мне его не жалко. О, обманщики! Это же надо! Ну, погодите. Знаю, чем кормить. Оно отказывается есть. Я предлагала ему гречневую кашу, куриную котлетку, рижский хлеб. Видишь ли, Тася, оно с одной стороны похоже на ящерицу, с другой на лягушку. Значит, что? Ну что? Надо смотреть в энциклопедии. А я был прав. Они едят одно и то же. Да? Скажи, нет ли у нас в доме мух? Чего-чего? Мух! В моем доме мух не бывает. Thank you.
улетела. Придется отвезти его к Александру Владимировичу на дачу. У него сачок есть. И мухи. Точно. Дракон? Да, дракон. Ненормальные им предлагают такого законного хомяка, они. Ладно, будь вам дракон. 3 рубля. Ты что, с ума сошел? Не нравится? Иди на базар. Мне твоего еще дракона ловить нужно. А думаешь, его легко ловить, да? Думаешь, туда-сюда, раз, и в карман. Ну, короче, берешь или не берешь? Постой, мы сейчас. Дуй домой, тащи 3 рубля, а я пока его здесь задержу. Ты что, мама, ведь троллейбус водит. Дома будет только вечером. Эй, вы там, берете или нет? Берем. Ладно, пойду к папе, он меня всегда выручал. А когда дракон будет? Через 30 минут на этом самом месте. Вот смотри, без 11:45, чтобы был здесь. Будет сделано. Я могу задержаться, в крайнем случае. Сдашь ему вот эти копейки. Но не давай до тех пор, покуда не покажет дракона, чтобы все лапки и хвост были целы. Поняла? Поняла. Банки? Огурцы. Понял? Хорошие, хорошие. Ой, девочка, постой. Дай-ка я тебе шнурки завяжу. Спасибо. А как твою собачку зовут? Дружок. Спасибо. Коробкин-младший к нам пожаловал. Папа у себя? Иван Иванович, Михаил Иванович, нету. Ой. Да? Он в Тресте на совещании будет не скоро. Да. Он в Тресте на совещании будет не скоро. Видали точность? А, да ведь это же... Ёжик! Да вы что? Им то одно, то другое. Они нас и ротят. Хм. Давай деньги. Ты, наверное, не понял, нам нужен дракон. Ну ладно, я этих драконов в жизни не видал. Показали бы хоть одного. Где я тебя возьму? Где? Когда мы? Я взяла и сбросила его с балкона. Выходит, я одна виновата, дракона жалко. Да ладно, не расстраивайся. Пойдем к моему дядьке. У него там в питомнике всяких и этих навалом. Может быть, и эти будут. Сейчас позвоним и пойдем. А как же деньги? Да ладно. Пошли. Пошли, пошли. Нет, дядя, она говорит, что дракон. Я им и то, я им и это. А, на, объясняй сама. Он говорит, драконов не бывает. Здравствуйте. Дракон он... Лида? 27-я школа. Да. Понимаете, он такой симпатичненький и симпатичный. Понимаете, он весь желтенький, а вот тут красный.
красненький. А вообще-то он зелененький и синенький чуть-чуть. Мохнатый? Что вы? Он лысенький совсем и в пупырышках. И лапки, и хвостик. А на лапках такие, между пальцев, такие, как в зонтике. Да, перепонки. Да, перепонки. Есть? Кто он? Да, да. Только можно деньги завтра заплатить? Не говори про деньги. А, да, сказал. Тебя. Дядь, я больше не буду. Мне только один раз хотелось прокатиться. Ну, дядь, я больше не буду. Ладно. Пошли, через полчаса будет. А как ты хотел покататься? На чем? Да ладно, пошли, покажу. А может, покатаемся. Ну что, не пускают? Да ладно. Возьми деньги. Не надо. Возьми, это же не за дракона, возьми. Спасибо. Приехали. Здорово, а я бы побоялась. Ясненько. Уважаемый Мамонтов. Хоть тресни. А вон тот сегодня на базаре целое ведро продал и, говорит, за полчаса наловил. Понял? Очень срочно деньги нужны. 3 рубля. Как ты думаешь, смог бы я за полчаса наловить, а? Это как повезет. Слушай, дай половить, а? На, жалко, что ли. Я тебе через полчаса принесу. Хорошо, только не забудь. Thank you.
Ну, что? Наловил рыбки? А? Я нечаянно. Дядь, я нечаянно. Ой, ой. А нечаянно не считается, понял? Иди отсюда быстро. Если я пойду, вот так. Дядя, а что это у вас в банке? Молоко. Дядя, а кто это у вас в банке? Вот это? Не знаю. Ты где? Дядя, отдайте нам вот этого, а? Я так и знал. Померещилось. Скажите, пожалуйста. Вы не видели мальчика? Он должен нас здесь ждать. Мальчик. Был. Был мальчик. Его скорая помощь увезла. Скорая помощь? Да. А куда увезла? В больницу, наверное. А вот в какую? Этого я не знаю. Да вот шляпа его лежит, возьмите. Шляпа? Лягушка!
дракон, крокодильчик мой, нашелся. Уважаемый Сергей Васильевич! О, а что это у вас в банке? Драконы! Понял? Нет. А драконов не бывает ведь. Ну, куда сходить? Ой, ты знаешь, я блокнот с адресом посеяла. И не помнишь, куда заходили? Кажется, в этот подъезд. Нет, в тот. Да, в тот, пошли. Пошли. Я тебе побегаю по цветам. Видишь ты какой? Ничего не понимаю. Тасенька! Ой, видели? Ой, ой. Александр Владимирович? Давай, так. Отказался ловить мух? Почему? Времени нет. Говорит, нет, не хватает. Ну, а куда же ты делала это, которое в банке? Тасенька, видишь ли, какая... Понимаешь, какая незадача? Из-за того, что я потерял голову, мне нагрела шляпа. Что, что? А потом, из-за того, что я потерял шляпу, мне нагрела голову. Лучше, значит, в такую жару ходить с непокрытой головой. Я тебе сказала, сиди и учи. Что? Здесь живет Сергей Васильевич. Мамонтов. Нет здесь никакого Мамонтова, нет здесь никакого Сергея Васильевича. Я тебе сказала, сиди ну учи, у тебя переэкзаменовка. Ну, заблудилась я. Вон, пойдем у них спросим. В конце концов, я так ничего и не понял. Скажите, пожалуйста, где живет Сергей Васильевич? Я Сергей Васильевич. Это вам. Вот это? Мне? Не он, не он. Нет, это не вам. Нет, нам нужен Сергей Васильевич Мамонтов. А-а-а. Вы не знаете, где он живет? Ну, как же, знаем, знаем. Пойдем, мы вам покажем. Сереженька, не забудь свою шляпу. Шляпа. А что это у вас в банке? Драконы, понял? Нет. Опять драконы? Интересно. Ну, где твоя шишка? Покажи-ка, покажи. Вот моя шишка! Ой, какая большая шишка. Угу. И у меня! У меня тоже есть шишка! Да, ну иди сюда. Вот так. Стойте вот так. Хорошо, хорошо, стойте. А, какие же вы грязные! А ну как бухнется в бидон. Прямо в бидон? Ну, а что ж ты ребятам не сказал, что дракон попал в бидон? Да ну их! Им говорю, что знаю. Она, иди, идем домой. Маме скажу, как будто я маленькая. А кто она? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Таисия Петровна. Вот это вам. Мне? Да. Нет, это не вам. Ему, ему. Мне? Уважаемый товарищ Мамонтов, мы очень просим вас прийти к нам в 27-ю школу, во второй класс Б, на сбор отряда, и рассказать нам про ваше путешествие, потому что мы очень любим... Чем они сюда пришли, я узнал из этой вот книжечки. Вот она. Это ее принес вам Миша?
Вот драконы. Мелкие, правда. Зато много. Из мединститута. Ну? Где ваши шишки? Порядок? И у тебя тоже? Ой, нету шишки. У меня нету. Спасибо. Пожалуйста. А теперь все вместе пойдемте в школу. И я, и мы. И мы. А где тот мальчик, который... С банкой. С банкой. Подожди. Не знаем. Секундочку. Испачкался весь. Надо бы почистить. Тетя Лиза, пусть отдохнет.